Сегодня в мире Майнкрафта происходит какое-то безумие, что? Каждый блок, который мы с вами добудем или же просто на него посмотрим, будет случайным образом размножаться вокруг нас. И он сможет заменить любой блок, находящийся поблизости. Ауч. Но смогу ли я пройти такой странный Майнкрафт? Смотрите до конца, и вы все узнаете. Такс, вроде как блоки пока не размножаются, так что хорошо. Мне капец как интересно посмотреть, как все это дело будет работать. Давайте попробуем добыть, например, обычный... Пацаны, чего вы тут делаете? Окей, кажись, это реально работает. Блоки реально размножаются, они появляются вокруг меня, вокруг этого блока. Так, стоп, мы можем это с вами делать бесконечно? Походу, да, они будут размножаться все время. Правда, вот так вот добывать блоки капец как тяжело. Надо бы уже себе сделать хоть какие-то инструменты. Мне ж хватает на них, а нет. Ладно. Ты чё, помешал мне блок? Я понял даже, в чем здесь будет трудность. Здесь дерево разве было? Да вроде как нет. Трудность заключается в том, что когда мы с вами будем добывать любой блок, у нас с вами есть шанс того, что перед нами появится еще один блок, и мы с вами просто перестанем что-либо добывать. Это, конечно, не очень хорошо, мне это не нравится, но все равно должны так с вами поступить. Но зато это нам открывает огромное поле для творчества. Мы можем с вами создать целую композицию, вы посмотрите на это. Назову ее «Заражение деревьев». Ну, такое себе название, конечно, ну ладно. Но помимо творчества, мы с вами сможем добывать ресурсы в гораздо большем масштабе. Вот, например, мы с вами находимся в шахте, здесь есть уголечек, добываем его, и, по сути, ничего не произошло. Мы просто с вами один уголек добыли. Но суть заключается в другом. Если мы с вами сейчас добудем 9 штучек... а как мне выбраться-то теперь? Похоже... нет! Это было опасно, меня чуть ли не завалило здесь. Так, нужно как-то выбраться отсюда. Где-то у меня еще верстак здесь спрятан. Верстак, покажись, где ты? Я его потерял. Ладно, делаем тогда еще один и смотрите, что мы с вами можем сделать. Мы с вами берем, делаем себе угольный блок, ставим его куда-нибудь сюда и пытаемся просто добыть. И вы смотрите, угольные блоки начинают появляться вокруг меня. Все, мы с вами теперь углем с вами обеспечены на долгое-долгое время. А самое прикольное, что это будет работать не только с углем, это будет работать абсолютно со всеми рудами, а также со всеми блоками. Поэтому можем добыть еще парочку штучек и можем теперь отправляться куда-нибудь подальше. Я бы сейчас в деревню загляну, а то я кушать хочу. Тише, тише, животик. А вот как раз таки и деревня. И тут, кстати, снопы сена. Вот сейчас будет очень весело. Делаем себе каменную мотыгу и теперь просто добываем абсолютно все, что здесь есть. Самое прикольное, что снопы сена вообще никогда не закончатся. Мы их можем с вами добывать просто бесконечное количество раз. Или нет, почему так мало их? Если мы с вами рукой добываем, тогда они размножаются куда сильнее. Похоже, чем больше мы с вами добываем блок, тем больше мы с вами получим. Но мне все равно много не надо, так что добываем. Перерабатываем пшеницу, закидываем хлебушек сюда. Многовато, конечно, вышло, но у нас с вами здесь еще очень много снопов сена. Я, кстати, не подобрал еще. Еще больше их стало. Но мне больше всего интересно, а есть здесь вообще какая-нибудь кузница? Чтобы я сразу получил себе побольше железа, побольше всего вообще. Здесь ничего, здесь ничего. Может, здесь тогда кактус? Похоже, совершенно пустая деревня. Но зато здесь есть големчик. Сейчас мы с тобой разберемся. Голем? Тихо, тихо, не беги за мной, не беги. Не туда поставил. Забираемся. Все, мы в безопасности. Голем, я железо у тебя забираю на правое дело. Так что давай, не выделывайся и просто отдавай. Опа, и сколько мы получили? 4 штучки. Не так много получается, нам нужно еще добыть железо. Всего лишь 5 штучек, и мы с вами обеспечены им на всю жизнь. Только опять вот в шахту спускаться. Хотя подождите, с шахтой тут есть обсидиан. Так, может сразу золотые блоки здесь будут, а? Ну здесь должно быть, прям обязано. Самое плохое то, что мне теперь придется все это дело раскопать, а сейчас блоки просто будут появляться вокруг меня. Где ты находишься? Нашел. Смотрите, а тут есть обсидиан. Так. Здесь опять сундуки появились? Как так? Блин, а содержимое сундуков, блин, не дублируется. Чего? Ладно, тогда с крипером немножко подеремся. Уходи.
Типа? Стоп, мне показалось, или блоки появляются? Чего? Мне, кажется, показалось. Не, блоки... Нет, блоки появляются просто так! Эти блоки сами уже начали размножаться! Какого черта? О, железо. Как быстро у меня настроение поменялось. Давай, мне нужно как можно больше железа! Хотя, ладно, много мне все равно не требуется, сколько у меня уже 4 штучки есть. Даже 5. Ну, кстати, ровно уже хватает на железный блок. Теперь просто делаем себе печку. Да, блоки уже начали просто так появляться. Кажись, я слишком хорошо так заразил их. Железо закидываем, уголечек закидываем. А, какие безумные печки, растут просто так. Опа, все, нужное количество железа есть, просто уходим отсюда. А, стоп, а верстак где? А, ну вот они. Похоже, я забыл его просто забрать. Теперь нам будет достаточно сделать всего лишь один железный блок, поставить его куда-нибудь и попробовать его добыть, а он уже начал размножаться очень быстро. Тут же железо было. Окей, я тогда вас понял и я вас услышал. Добываем, все, последний блок нам больше не потребуется. Делаем тогда железные слитки и наконец-то можем сделать себе броню. Железный нагрудник, железная шапочка для душа, железные AirPods, причем почему-то перевернутые. И теперь нам, кстати, остается еще сделать щит себе. Сделать кирку вместе с мечом. Сделать палочки. Не забыть про топорик. Да и в принципе все. Теперь я полностью готов к тому, чтобы спускаться в шахту намного глубже. Теперь нам желательно сделать то же самое с золотом и алмазами. С алмазами и золотом будет, мне кажется, не так уж и сложно. Только вот, Крипер, привет. До свидания. Золотишко найдено. Здесь никого нету, вроде как никого. Хорошо, добываем тогда. О, еще один дополнительный, спасибо. Но я, наверное, сразу все это дело переплавлять не буду. Нам бы сейчас с вами заранее найти еще и алмазики себе. Даже лук выпал. Ну давай, подожди, а на какой высоте? На 20-й высоте. Блин, ну где-то здесь уже должно... Да, хватит мне перекрывать дорогу. Все, я нашел алмаз. Добываем его, и все. У нас с вами есть уже один алмазик, но нам нужно с вами еще больше добыть. Так, тихо, да хватит. Появляются не в самых лучших местах, а не каких-то. Давай, еще. И сколько у нас? 8 штучек, блин. И алмазы причем нигде больше не появились. Почему? Ну, либо они появились, а я их как-то очень быстро добыл. Хотя странно. Еще. Стоп, надо, чтобы они размножились, пожалуйста. Размножайтесь, алмазы. Никогда не думал, что я такое скажу, конечно. Но ладно, пусть они размножаются. О, еще алмазы. Вот они, погнали! Да тихо, куда вы вообще ставитесь, а? Так, давай. Я, конечно, понимаю то, что мне их не так много нужно добыть, но все равно я хочу сейчас добыть прям по максимуму. Мы с вами за это получаем все-таки опыт, а я обожаю опыт в Майнкрафте. Ух, все, вроде как все добыли. 28 алмазов даже получилось. Еще алмаз. Теперь главное поставить переплавляться наше золото. Да тихо, куда вы появляетесь? Все, закинули. Ух. И чтобы здесь ничего больше не сломать, я лучше вообще не буду двигаться. Как только все переплавится, мы с вами отправимся на поверхность. Вот теперь начинается самое интересное. Мы с вами делаем себе золотой блок, мы с вами делаем также себе алмазный блок. Даже сразу 3 штучки сделаем. Не знаю зачем, но я это сделал. Ставим золото, и теперь мы с вами должны просто начать его добывать, и вы смотрите, все, золото начинает появляться. Причем, чем больше золота появляется, тем быстрее оно появляется. Извиняюсь за тавтологию, но так и есть. Правда, теперь мне придется, скорее всего, очень много золота так добыть. А я не хочу долго добывать. Давайте с вами просто сделаем себе алмазную кирку и будет намного проще. Все равно алмазные блоки еще есть. Стак золота есть! Теперь с торговлей у нас с вами никаких проблем не возникнет. Ставим теперь алмазный блок и просто добываем. Хотя зачем я вообще так заморачивался? Нам уже хватает алмазов. Броня у нас готова, и какие инструменты нам не хватает? Нам не хватает топора, а также меча. Блин, жалко, с палками так не получается. Вот палки, если бы множились, было бы намного лучше. Топорик, алмазный меч. Ух, теперь можно от всего железного избавиться. И по факту, что же нам с вами остается вообще? Нам теперь с вами нужно построить портал в Незер, но, ё-моё, добывать обсидиан, когда блоки размножаются, мне кажется, это не совсем хорошо. У нас с вами просто не получится. Придется старым добрым способом, с помощью ведра воды, а также озера лавы. Только вот куда оно подевалось, и не пойму, а вода будет так размножаться? Добываем воду! Не получается, вода не размножается. Понятно. Все, нашел! Что я сейчас сказал, я не понял, но вы, я надеюсь, вы поняли. Озеро лавы найдено, правда, какое-то оно неудачное. Стоп! А, не-не-не, и мне кажется, я тупанул, не надо было так делать. Все готово, теперь остается только его сделать. Пожалуйста, пусть я не упаду в эту лаву и не сгорю. Спасибо.
Теперь главное запомнить координаты этого портала и потом желательно его не заблокировать с помощью опять этого обсидиана, который решил размножаться. И, кстати, я уже вижу пиглина. Правда, всего лишь одного, но мне кажется, там, где один, там всегда много. Это было опасно. Так, братан, давай-ка без этого. Во, золото! Давай-ка я тебе сразу тогда все скину. Как только к тебе там друзья придут, я тебе отдам все остальное. Пацаны, и что тут у вас вообще находится? Так, главное дроп не потерять, Иди. Так, и сколько здесь всего? Окей. Спектральные стрелы есть, эндер-жемчуги есть. Лук я уже сделал. Так, подождите, а где зелье? Мне нужно зелье, дайте сюда. Давай. Зелье огнестойкости. Еще одно зелье. Давай еще. А, вот. Ну ладно, взрывное есть уже. Все, валим отсюда. Правда, я очень много всего лишнего подобрал. Скорость души 2. Нафиг оно мне надо? Чуть больше 3 стаков стрел. Эндер жемчуги всего 22. Окей. Зелье огнестойкости. Да и все, в принципе, нам больше реально ничего не нужно. Кусочки железа. Нафиг. Ифриты, как вы поняли, я уже иду за вами. К сожалению, их мы с вами никак не можем размножить, так что придется старым добрым способом. Ну, думаю, 8 штучек мне хватит. Быстрее выбираемся отсюда. Эти блоки уже буквально везде. Так, ты быстрее. Ух, так, вроде ничего не появилось. Давай быстрее. Где обсидиан? Вот. Не зря все-таки торговались. Хотя бы обсидиан мне дали. А, кстати, забыл кое-что. Пацаны, чтобы вы больше не появлялись, вот так вот сделаем. Все, до свидания. Теперь нам ничего не мешает пройти этот Майнкрафт и победить. А, куда? Где я? А, я под водой оказался. Нифига себе. А, впервые такое происходит, конечно. Ну, ладно. Теперь нам с вами остается только победить дракона и желательно вообще выбраться отсюда. А где выход? Это закрытая шахта, кажись. Делаем огненный порошок, делаем себе око эндера. Так, и куда нам с вами бежать? Нам в ту сторону, окей? Э, отдай око эндера, отдай. Спасибо. Дракон, я иду, бойся меня. Чего? Крепость прямо здесь находится? Стоп, я не верю. Ну-ка, а, куда? Так, подождите, она где-то здесь, что ли, находится? Давай, выпади уже, выпади. Он вниз полетел! Все, это где-то здесь! Я не думал, что мне так повезет, нифига себе! Так, не-не, выкапываемся. Правда, у меня есть такое ощущение почему-то сейчас, что я перепутал что-то. Точно здесь? Ну, показал, в принципе, сюда и... Так и оказалось! Нифига! Тихо. Это как-то очень сильно нам повезло. Так, зомби, уйди. Лучше покажите мне, где портал находится. Я хочу этот Майнкрафт пройти. Так, ребят, давайте-ка, уходите. Нет. И последнее. Отлично, прыгаем. Ё-моё, а мне теперь нужно как-то выбраться отсюда. Так, в принципе, у меня эндер-жемчуги оставались. Главное не промазать. А, сейчас дыра там будет. А, нет, не будет. Да прости, я случайно тебя посмотрел. Уйди. Но сейчас капец как опасно. У меня очень-очень мало хп. И главное не смотреть на эндерменов. Если сейчас хотя бы один на меня нападет еще, то мне 100% хана. О нет, он приземляется. Главное не на меня. Фу, хотя бы так спаслись. Дракоща, давай спускайся. Мне кажется, вряд ли я его так заманю, конечно, ну ладно. Давай, главное сейчас его победить. Все, давай расправляйся с этими эндерменами, не подпускай их ко мне. Я, кажется, на одного посмотрел или в него выстрелил даже. Нормально, еще один эндерперл. Он офигел у одной башни летать, и вы смотрите, как высоко он вообще забрался. Кто тебе разрешал? А, да ё-моё. Как мне в него попасть-то теперь? Он слишком высоко летает. Как же долго ты приземляться, дракоша, будешь? Я тебе успею еще кучу хп снести. Слушай, я тебе подбородок сейчас чешу, если что. Я тебя не бью, если... Ну ладно. Он, кажется, сразу понял, что ему больно делают. И последний. Ноускоп получился. Кстати, с первого раза. Так, и последний. Ноускоп. И последний, ноускоп. А, кстати, а с яичком у нас так получится? А, вроде как нет. Ну ладно, кажись, реально не получится. Прыгаем. Всем спасибо за просмотр. Пока.